такие классные часики. Так-с. Красивые. Собралась в гости. Часики уже я получила. И теперь мне нужно выбрать чайничек, который на газу можно кипятить. Ну, в общем, глаза разбежались. Вот реально потерялась я. Реально я потерялась. В этом со свистком, что ли, взять? Нет, не хочу со свистком. Они как мне не нравятся, у них какие-то тупые носики у свистков, правда. Мне что-нибудь хочется такое поизящнее. Просто знаю, что моих друзей только электрический чайник, и они были бы рады на балконе вот иметь такой чайничек. Я совершенно точно знаю, потому что они летом на балконе пьют чай. Ну, в общем-то, сейчас выберу. Так вот. Вот такие хочу, пузатенькие такие чайнички. Ой, ева, закопалась. А, смотрите, какая красивая, расцветка красивая, правда? Эмалированные чайнички. То сейчас все электрические. Ну, в общем, сейчас выберу. Вот, да, вот именно такие вот яркие хочется, весенние, пузатенькие, необычные. Ну, короче, выбираю. Смотрите, какой интересный чайничек, такая расцветка. А яблоки прям как настоящие. Прям яблоки как настоящие. Реально, мои хорошие, правда красиво. Короче, все, я покупаю. Сюда нет. Какая вы умничка, мне столько времени тратите на меня, чтобы найти коробочку для чайника. Короче, все перебрали. Давайте хоть в какую-нибудь тогда, да? Вот это можно. Давайте, да. А еще ценника нет. А, нет. Ценник заклеен, вообще не принципиально. Угу. Отлично. Я сбегала в магазин, купила, выбирала чайник. Для кого я выбирала чайник? Я сейчас еду в гости в свой родной город. На самом деле, при упоминании моего родного города у меня всегда наворачиваются слезы, потому что это было то же самое счастливое детство, самые яркие воспоминания там, где я родилась. А родилась я в городе Мытищи, где-то, возможно, 3 или 4 километра от Москвы. То есть вот сейчас еду на электричку от Лосиноостровской. 7-8 минут. Я в своем родном городе. Везу подарки своей племяннице Натуське. Она у меня одна осталась уже из родственников. Совсем одна. Я у нее одна единственная, двоюродная тетка. Вот. А чайник я купила. Очень замечательной, милой женщине. Которая, так сказать, обогрела, приютила. И сейчас, как мамка моей Натуське.
Так, мой родной город встречает меня. Вот такой вот распродажей. 100 рублей гранат, пожалуйста, подходит. Ничего не изменилось. Покупаем гранат. На стульях, на коробках продажи. Ух ты! Смотрите, как похож на горно-лыжный курорт. Переход. Да. Хороший призыв. Земляк, не загрязняй свой город. Моя малая родина. Слушайте-ка, я себя чувствую настоящей мешочницей. Мешочница. Смотрите, это я иду в гости с подарками. На самом деле, март месяц очень хитрый месяц. Днем холодно, утром холодно, днем жарко. Вечером опять холодно. А я люблю стабильность зимнюю. Вот. Практически уже пришла. Я иду вообще к ранее мне незнакомым людям. Вообще чужим. Они снимают здесь трехкомнатную квартиру. Мама с дочкой, работница детского сада. А учитель физкультуры тоже работница детского сада. Так, по-моему, пришла уже. И двое узбеков, которые готовят великолепный плов. Прошла. Любаша, возвращаюсь назад. Вот они обрадуются. Любаша, ничего себе, притащилась. А получилось так, что я не успела приехать на 8 марта. Ну вот сейчас будем отмечать 8 марта. И день рождения моей племяшки. О! Дверь уже открыта. Да. Катюш. Ой, у вас тут такие чемоданы. Да. Я, наверное, останусь у вас жить. Давайте. Это подарки. Не таскай тяжелые, не таскай. Они... Давайте я ничего не будем. Ой, она сегодня прям не в белом. Я не в белом? А я делаю белое пальто. Леночка, я вот с такой вот сумищей тащилась, и я не буду смотреться в своем белом пальто. Ну, привет, моя хорошая. Да. Как это не будешь? Ты вообще симпатичная женщина. Ой, я да. Я просто посмотрела, что я умахалась. Думаю, сейчас буду тащиться. Ну, это понятно. Такая всегда. Такая всегда? Да. Это важно, правильно, да? Давайте. Леночка делает вручную. Винегрет. Леночка делает винегрет. А я думаю, что она там ковыряется? Что она там ковыряется? Смотри, как она делает, а? Вот дает. Так, Леночка, давай. Рассказывай, что ты... Как делать винегрет? Винегрет добавляешь чеснок. Обязательно. Ну, да. Лук понятно. Но чтобы чеснок... Чеснок обязательно винегрет. Некоторые люди еще любят добавлять капусту. Натути моя, ты готовишь, когда винегрет добавляешь туда что-нибудь? Я винегрет не готовлю. Она его ест только. Она его ест. И то иногда. Когда на ужин его дают, иногда ест, иногда нет. Смотря как он еще готовлен. Ничего себе. Слушай-ка, Лен, ты прям реально так удивила. Так миленько. И сейчас очень вкусно все будет. В общем, слушайте, такой стол, вот самый скромный, зато самый вкусный, правда, Леночка? Да, да. Ты прям вообще как этот, фотокорреспондент. Не говори. Корреспондент в Шрайбеку. Да. Вот я привезла такое венцо. Сейчас будем пить. Очень скромный стол. Лен, а ты откуда приехала? Я вообще откуда?
Ой, не знаю, как ты сказать правильно-то. Родилась в Кировской, жила в Горьковской. Ага. Потом уехала с Кировской. Нет, родилась в Горьковской, жила в Кировской, потом с Кировской области приехала в Ивановскую искать женихов. Так, в Иваново приехала? Да, да, нашла? Женихов, нашла? Да, нашла. Вот, а потом пошла в Москву. Новый. Но здесь я жениха себе вот не нашла. Но еще нету. Понятно. Вот. А ну, хватит? Когда-нибудь вот. Надо было приезжать 8 марта. Тогда был хороший стол. Я догадываюсь. Наташа, ты и покажи со своего телефона в ее камеру наш 8 мартовский стол. Натуська моя племянница. Вот, да, этот. У нее был день рождения, и я тут прям. Не собралась я 8 марта. Вот, это был подарок. Натуська, у тебя такой огромнейший телефон, как у меня планшет. Это подарили. Так у тебя же должен. Ой, какой шикарный стол. А тут забавно. Три дня скромное рыбное. Мясо по-французски было. Да? Да, вот. Я уже вижу. Мясо по-французски. Рыба под маринадом. Так это первый стол, а потом еще в кафе было на стол. Я знаю, что вы еще в кафе ходили. Да, это мы уже хотели 9-го. Да мы уже ходили 9-го. Ну там скромненько, там только. Ну как? Ну скромненько, на 7000. Лишним. Больше 7 он сказал. Да, на 7 больше 7. Да. Скромненько отдохнули. Да, скромненько. Да. Не считай. Две бутылки вина там. Ну, то есть, ну, не получилось у меня приехать на 8 марта. Ну, зато сегодня у нас шпроты, яйца, сосиски и гречка. Гречка есть еще? Я на диете. Сейчас будет гречка. А гречка специально для меня приготовлена, да, потому да. Что я сказала, что у меня гречневая диета. Диета сейчас, Катя. Я уже 4 дня на гречке. Тебя еще от нее не тошнит от гречки? Уже гречку тошнит от меня. Я только открываю шкаф, она мне опять Люба лезет. Так, Катюшка. Обалдеть. Это для меня гречка. Да, хорошо. Да. Три дня ровно я на гречневой, это не диета, я на гречневой каше. Да, видно, что у нас нет стаканов. Не-не, у нас есть фужеры под вином. Отлично, значит, под вино мы берем вот такие стаканы. Да, сегодня, да, вот сегодня будет так. Абдулла откроет нам вино? А ну, я могу открыть. Представляете себе? Нет, что? Из пластмассовых стаканчиков. Да вот. Пока открывала шпроты, Марика, вот это как раньше, порезала да, себе палец. Ящерка. Да, вот, по-моему, ты. Катюшка, правда, мне накладывает гречку. Ну да. Называется гречневая диета, это когда. Все, мы хорошие. Хватит? Это когда только гречку ешь, а получается еще. И шпроты с хлебом. И шпроты с хлебом. И шпроты с хлебом. И это самое. И так здорово, что яйцо, да. И, ну, сосиски, ладно, не буду. Подожди, я думала, я тебе накладываю. Чего? Гречку. Тебе вообще-то. Так. А сегодня стол окончен. Так, девчоночки, ну давайте. Ну давайте. Так, ну давай, Натусь, я тебя поздравляю. Я не говорю с прошедшим днем рождения. Я говорю, с наступишь. Он же наступил? Да, до следующего года. Будет ступать. Натуська моя сварила, хотела яйцо вкрутую, а получилось, как ты сказала, это блюдо называется? Я не говорю, хотела вкрутую. А ты именно такое хотела? Мы такие едим, жиденькие. Ё-моё, я впервые ем жиденькое яйцо на день рождения. Просто надо придерживаться. Обычно, знаете, как на день рождения что-нибудь такое вот изысканное. Так вот это будет называться яйцо у аристократа. Самое вкусное. О, у аристократа. Кто аристократ? Все. Мы все давай. И главное, что? Все. Вот мне нравится вот эта соль аристократическая. Вот эта подача. Видно, сколько ее осталось. Мне нравится вот эта вот соль. Слушайте-ка, она действительно прям аристократическая. А то, знаешь, продают. Подают на стол какие-нибудь маленькие, такие красивенькие, изящные. Правильно, Натусь? Они. Тут маленькая и большой коробка. Главное не промахнуться. Попала я? Сыпется. По-моему, да. Не то слово. Много. Девочки, за яйцо аристократа. Которое перестали. Яйцо аристократа. За хороший такой вкусный, как сказать, такого нигде больше не съешь, только у нас. Только у нас. Да.
А теперь как мне? Вот так вот делать, как его там. Ай, тихо. Сейчас на платье мое красивое. Спасибо, девочки. Оно само сделалось, как бы. Ну все, давайте, девчоночки. Ну как хорошо. Собираешь на дискотеку 80-х. Мы идем на дискотеку 80-х. Когда? Когда? После Пасхи. Когда закончится пост. Правильно. А то уже и так. Гречка надоела. Гречка надоела. Да, будем есть шашлык. Снимать новый стол. Ты нет? Закрывай глаза. Катюш, одень ей. Чтоб она и не слышала ничего. И не видела. И не видела, чтоб ничего. Снова ой. Ой. А я что? Натусь. Ой. Тебе мое солнышко. А зеркало можно? Я никого не слышу. Я никого не вижу. Натусь, тебе. Я заказывала в Алиэкспресс для своей дочки Надюшки. У нее такие голубые. И себе, мое солнце, специально для тебя заказывала такие ушки. Сейчас март месяц, поэтому в шапки не ходим, а без шапки уже еще холодно. Я не хожу в шапке. Бегай себе, я завтра работу в них пойду. Ну-ка покажись, мое солнышко. Лапки. Это антенки будут. Прикольные такие. Да. Заметь, Надюшка, которой мои 30 лет, она их носит. Я ношу такие же ушки, но, правда, без этих самых, вот. А, поэтому, солнце мое, носи на здоровье. Спасибо. Прикольный. Розовый. Гламурная. Я гламурная. А у меня антенны есть. Так, Натусь, закрывай глаза. Я думаю, что тебе это понравится. Закрывай глазки. Ага. Я люблю тебя. Держи, моя хорошая. Что держи, мне держи. Так необходимо. Да, ты про Диву поешь. Подождите, да. Это важно. Я в это. Вы для кого-то предложение делаете. Я предложение тебе делаю. А мы с Анькой хотели смотреть часы уже. Не надо смотреть часы. Вот тебе часики. Я думаю, они тебя порадуют. Понимаешь, Натусь, дело в том, что сейчас все вот в таких вот гаджетах, да, всех вот в таких вот огромных, а на ручке все-таки это женственно. Ты же у меня девочка, ты сама-то женщина, это женственно, моя хорошая. Мое солнышко, да это для тебя. Тетя Люба, одевайте. Тетя Люба, одевайте. Я снимаю на камеру, тетя Люба. Леночка, одень, пожалуйста. Что ж она такая бестолковая? О, видишь? На какой руке их носит? Ну, как правило, на левой, да? Ну, лучше на левой. Удобнее просто как бы это. Время там нужно выставить только. Так, Катюшка, моя солнышко, садись. Тоже садись. У меня ушам. И тебе тоже. И тебе тоже подарок. Ты вообще такие потрясающие чаи завариваешь. Вот это вот самая чаевница, да? Да. А. На, мои хорошие, ты можешь даже поверить. Что такое? Еще. Какие-то там все со щечками. Интересно, как тут все. Так. Ой, футболка. Ничего так, себе. Ты у меня бабочка, ты у меня солнечная такая. А спинку. Скажи-ка. Катюшка. Ну, иди мерить, потому что я сниму. Ты тоже пойдешь что-нибудь. Я фотомодель. Да, да. Какая ты хорошенькая. И прям, ну так размер. Размер старалась. Спиночку. Спасибо. Все, спиночку повернись-ка. Вау, вообще классненько, Катюшка тебе. Ну, я рада. Спасибо большое. Все, отличненько. Так, ну что, теперь осталось. Ой, как классно, вообще такая бабочка нарядная. Ну вот, видишь как. Рада? Рада, что подошла. Я же любопытная. Держи закрытыми глазами. Леночка, я просто хотела сказать. Нет. Открывай, мое солнце. Вон открывать? Да, я хотела тебе сказать, моя хорошая, что электрические чайники, они все одинаковые. И вдруг мне захотелось тебе подарить чайник, который на газу. Так, я слышу, дверь открывается. По-моему, еще один узбек пришел.
Так. Нет, это в туалете кто-то. Вырежьте это. Я не буду вырезать. Я не буду вырезать. Ну, а, его... так... Ой, вообще мы хотели такой чайник. Леночка, как я рада, что... Блин, класс, вообще класс. Подожди. Стоп, меня целовать, она да, чайник целует. Я потом тебя зачем чайник. Девчоночки, правда, вот я сейчас покажу вот этот чайник, который на самом деле уже в каждом доме, и они уже надоели, да, электрические. А вот такой вот чайник. Я и тебя, и чайник, и все буду целовать. Ма. 17 мне уже? Ма. Ты целуй меня везде? Да. Ниже, вот. Это твоя территория. Я не буду вырезать. Это наша территория, здесь нет. Пускай мы бельмаду, но выбрием бороду. И чайник мне подарили. Какой принц. Я мечтала. Девчонки. Катя, кипятишь? Да. Хорошо. Девчоночки, это к вам. Выпили. Это вам 8 марта. Вообще. Тебе дни рождения, Натуська. Куркунов. Мы едим настоящий куркунов, Леночка. Куркунов. А, да, аристократическую соль. Аристократическую соль убираем. Яйца уже все съели. Яйца быстро ушли. И еще... Слушай, да, Тусь, заметь, яйца вообще быстро ушли. И еще... Надо было больше варить. Рафаэлло. Плов когда будешь готовить? Плов вчера. Когда готовил? Воскресенье. Воскресенье готовил. Я могу сейчас готовить, просто уже поздно. Ну уже поздно. Мы сейчас уже по домам все. Ну так конечно. Когда приедешь, вот я тогда и приготовлю. Ты скажи, когда приедешь? Я вот сегодня... Ну все, отлично отдохнули. И так интересно, Натуська меня спросила, вы знаете, как идти дальше? Да я здесь 50 лет, каждую тропинку. Ой, снега сколько. Каждую тропинку, каждый кустик, каждый уголочек. Здесь все мое. Это же мой город. Я здесь родилась. Знаете что, мои хорошие? Я думаю, что через некоторое время я обязательно сюда вернусь, поснимаю свой город и расскажу себе, и расскажу вам о себе. Так что, мои хорошие, бережем своих близких, дорожим даже 7-й водильный Косилья, так скажем. Оставайтесь со мной. С вами Любовь, да, и мой канал Next Station. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте включать колокольчик, чтобы не пропустить мое видео. Я всем рада, я любому рада, любым комментариям. Всего вам хорошего, до встречи!